Девчонки, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Чем вы здесь занимаетесь? У нас проходит мастер-класс по изготовлению поясков. А в итоге какие пояски получаются? В итоге получаются такие пояски. Это узор поперечный, есть такой же и продольный. Продольный вот так будет идти. И можно сделать поясок с узором. Получается вот такой узор. Это обереги, да, в итоге? Да. На Руси наши предки предпочитали такие пояски в виде оберегов, так как они всамкивались в круг, в итоге что оберегало их от нечистых духов. Так, туда можно добавлять нить крапивы, нет. Шерстяную нить? Нет. Да, можно нить крапивы, можно шерстяную нить в дегте ее пропитать дегтем, чтобы комары не кусались. Об этом вы знаете, нет? Нет, нам об этом не говорили. Так, ну вот я вам немножко подсказываю. Так, девчонку звать, которая вяжет? Алина. Алина. А вы, которая проводите мастер-класс, обучаете? Ксения. Такие красивые у вас имена. Так, и в итоге получаются вот такие пояски. Да. Так, здесь у нас здание, как переводится те слова? Там баня, кишин, торна, черепа. То есть это баня? Да, это построили баню, ее строили зимой, даже осенью, когда уже выпал снег, на осенних каникулах. Так, то здание у нас? То я не помню. То, наверное, это там шкуры медведи есть. Там шкуры. Там у кострища. Да. Там готовится уха. То дом-музей. То здание, которое на типа курьих ножках. Ножках? Да. То лабаз, да? Да. Так, то есть там хранятся продукты, чтобы их не доставали животные и мыши. Так, там сети и там почта. Почтой мы называем туда, куда ходят отправлять посылки и бандероли. Другими словами, туалет. Про это знали или нет? Вот теперь будете знать. Да, красота, молодцы. Молодцы. Это народный поэт, обратите внимание. Это народный поэт Республики Коми. Это заслуженный журналист. Почетный ветеран Сыктывкара, да? Да, ветеран Сыктывкара и прочее. Представьте, пожалуйста, дорогих наших мужчин. Так, Ладыгин Василий Григорьевич, народный поэт Республики Коми, живет в Ускуломе и творит свою кровь, ищет свою музу. Он заслуженный Мелихин Анатолий Германович. Он бывший редактор там Республиканского радиотелевидения. Так, и вы, девушка? А я Анна Палкова Наталья Васильевна, жена у Виктора Егоровича, тоже народного писателя. Вот мы член Союза журналистов. Да, мы создали вот это. Все вот это чудо. Ансамбль, чудо, да, этнодеревню,
в деревне Жижим. Это шестеро Габушева, по-моему, приехала. А Жижим как переводится или что означает? Это что там бродить, здесь древний лес был. И вот поэтому Жижим, это говорит, что там блуждать, ходить по вот этим дебрям. Здесь же все лес был. Благодарю, Люба.